Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сейчас я снова на конюшне. Вообще-то здесь бываю каждый день, но ладно, я буду каждый раз это говорить. И сегодня у нас прыжковая тренировка. Для нее нам понадобится шлем, конь, вольтрап, седло, подушка и так далее, и барьеры. Сейчас я завела уже коня по кличке Эластик, и я сейчас буду на нем прыгать. Не переключайтесь. Но перед тем, как начать прыгать, коня нужно почистить. Теперь седлаемся. Мы попрыгали на эластике, и у нас все ужасно, в прямом смысле. Но под конец мне удалось наконец-то начать на нем нормально прыгать. О да, теперь я иду за Оскаром. На нем-то мы точно хорошо попрыгаем. Ага, конечно. Чтоб не сглазить. Ладно, дурашка. Дурашка, иди сюда. Сеня, иди сюда. Что там делаешь?